Здрасте, с вами снова я тут. Снова я тут нарисовался, хер сотрешь. Little Big? Where is Little Big? Где Little Big? Действительно, а Little Big у нас пропали в последнее время. В свое время они прям один за другим выпускали свои треки, клипы великолепные, роскошные. И что-то в последнее время как-то пропали. Может, они депрессуют из-за того, что их не взяли на Евровидение в этом году. Но я думаю, им пофигу на это. Хотя нет. Я думаю, все-таки их это немножко задело. Но не так, чтобы сильно, чтобы они депрессовали. Вот. Но в любом случае, они выпустили что-то новенькое. Ну, давайте. Покажите, что конкретно вы выпустили. Ага, вспышки света. Понял? Опа, надо сделать погромче. Да, я как бы знаю, что Ильич начинал-то с рока. И этот, господи, я забыл, как его, Лисов, да? Лисов, который с артом-то крашеный, Лисов, он же из Дженейра. Да, он из Дженейра. Поэтому эти люди знают, что такое альтернатива. А я немножко ошибся с переводом. Я сначала подумал, где Little Big. А это мы Little Big. Вот сейчас я понял, что я немножечко ошибся. Вот только что это. Каюсь, виноват. Это очень неплохо, хочу сказать. Это не шедевр, но очень интересное скрещение альтернативы и рейва. Очень интересное такое вот, блин. Мне нравятся такие сочетания, они звучат хорошо всегда. Я, конечно, слышал такие сочетания и получше, чем в этом треке, но это вполне уровень. Очень короткая, кстати, на самом деле. Прям очень короткая. Я бы послушал еще. Я вот и говорил, я не ожидал, что оно сейчас закончится. Я думал, еще будет куплетик впереди. Ну ладно, ну допустим. Свое мнение я уже высказал. То есть, эти ребята знают, что такое альтернатива. Это было не мясно, не жестко, но это была альтернатива, которая скрестилась с их обычным там рейвом и так далее. Это получилось интересно, это звучало хорошо, но очень мало и хотелось еще чуть-чуть пожестче, помяснее, прям громче, чтобы аж мурашки побежали. Но мурашек не побежало. Но в любом случае я получил удовольствие. А ты получил удовольствие? Пиши в комментариях. В комментариях напиши. Что почувствовал ты, слушая этот трек? А еще напоминаю для всех новеньких, старенькие-то уже слышали, а всем новеньким напоминаю, что ссылка есть, будет в описании на мой личный канал. Заходите туда. Поддержите хотя бы меня просмотром. А если понравится, еще и подпишитесь. Ну а теперь всем удачи, всем пока.